Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft and other equipment in forest and swampy area, where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Рядом с блиндажом нашли ствол от советского миномета. Миномет-лопата. Редкая вещь. Самой лопаты нету. И здесь видно, забивали в землю, что и внутри что-то вставлено. Посмотрим, как кол использовали. Верховой сохран тоже неплохой. Ничего не написано. Зато закрывашка, смотри, какая. Прикольная. Пусто. Давай поднимем аккуратно. Справишься там, да? Он же легкий. Пустой. Сейчас я внутри-то вижу. Рукой пошарю. Сейчас посмотрим. Верховой. 35-ка. Ну, затылок, видите, лежит так, что затылок, наверное, прогнил. Сейчас мне сделаю фотографию и буду доставать его. С этой стороны шикарно, лобовая часть. Тут, слушай, тут парочка мелких осколков, то вошло ему. Ну, так бомбит. Да, в козырек, в лобешник. Отпечаток декады виден, просматривается. Ну что, выдвигаемся, не? Да я хотел еще походить, может, что? Часик-то давай покрутимся. Хочешь, иди, что, рядышком. Ходим по сопочке, идут детали от техники. Кулиса. Рядом танки были подбиты, какие детали от них попадаются, возможно, от него. Тут еще тоже. Рычаг. Трекционный. А так кулис. Кончик ствола верхового. Немецкий, 98-й. Прицельная планка.
У него даже это снято. Он, ну, он без рамы, наверное. Зато прицельная планочка какая шикарная, да? Ломаный. Печара какой-нибудь. Вся надпись. Так. Герб такой. Сейчас. Верховая мосинская винтовка в дерне. Тухляндия с затвором. Да, целая винтовка была когда-то. Верховой сохран. Так, что у нас тут? Обычная, да? Не царская. Винтовка Мосина. Да, целая была винтовочка. Намыл ее слегка, ложечку, вилку немецкую. Подвыровнял в полевых условиях. Без фанатизма. Все работает. Обычный ножик складной. Такие первомутровые накладочки на нем. Лезвие из нержавейки. Большое лезвие. Вот единственное, что порадовало, это вот готикой аббревиатура.